После того, как мы приклеили плиты PIR к стене, необходимо проклеить все стыки специальным алюминиевым скотчем Logic PIR. Таким образом, мы создаем полностью паронепроницаемый барьер за счет того, что фольга на плитах PIR имеет нулевую паропроницаемость. Небольшой совет, как приклеить алюминиевую ленту на углу. Для этого необходимо оторвать небольшой кусок ленты, промять ее в углу стыка, отклеиваем защитную пленку и сначала приклеиваем одну часть, и потом уже другую.